БТИМ или НАФТ? ИМИМ, перебрасываем полнишка. Аэропорт. Так, наш повезли БК, ребятам. Новый. Нет. Куда отсюда? Кого? Заебали. Ее. Это наш? Нет. Это пачки забиваю. Молодец. Пачки взломки. Давай, кидай. Пацаны, красный пакет подать, пацаны. Да. Заряды вам нужны. Заряды нужны. Заряды нужны. Лучше. Нам на свадьбу ж надо. Салюты, блядь. Прикинь, да, на Новый год. Как уебать шайтан трубы, да? Так, ребята перезаряжаются, сейчас снова рекомендую. Так, так, веточка прошла. Наши в гостинице аэропорта. Вот так вот. Отдыхают ребята. Они, по-моему, наш вот этот дырку. Здорово! Между боями. Вот наш Алексеевич. Как пишут женщины, с очень-очень добрыми глазами. Алексеевич, брат, посмотри. Работай. Колоритно. Брат, какой у тебя позывной? Ювелир. Ты наш? Да. Да, он наш, Будённый. Так, наши ребятки работают. Алексеевич, умничка. Шмелик. Танк подполз. Так, не даем мукрам высунуться из терминала. У кого день рождения? У кого? У грузина? Так, ребята, у нас бои в аэропорту нашего брата грузина день рождения. И загадывай желание. Он сидит между горловкой. Ну, ты знаешь, чего я тебе желаю? Во-первых, остаться живым, во-вторых, победить, в-третьих, чтобы все было хорошо в этой жизни. Да, чтобы Господь нас никогда не оставлял. И штат Джорджия мы забираем тоже. Сбылось все, что ты сам себе наметил. Ну, и ты теперь скажи, чего ты хочешь? Привет, Грузия. Привет. Подожди, не мешай, у нас здесь день рождения. Скажи тем людям, наемникам грузинам, которые воюют на их стороне, что ты о них думаешь? Они все гандоны. Они выбрали этот путь нехороший, неправильный. Они есть зомбригада, которые у нас в Грузии никто не любил и прибежали здесь, вместе с Саакашвилем и Дарьюгом, и сидят в Киеве. Брат, всех достанем. Брат грузин, ты молодец. Достанем, конечно. Поздравляем. Накажем.
Да. Поздравляем нашего брата с днем рождения. И желаем ему, что Джорджия отвоевать. Еще 33 раз столько. Что Джорджия в Америке будет нам. Да. Это подарок для Джо. Это червонец, вы его знаете. Мы ему с утра. Это грузин, вы с ним познакомились, великолепный наш боец. Это Алексеич, которого почему-то любят молодые девочки. За его очень добрые глаза покажи. Скажи, только такие парни, только в Горловке есть. Я женат, в Грузии такие вот тоже. Понятно. Работаем. Заряжай. Из куда? Били, мы передали. Били, заряжай. Сегодня. Сейчас будет ответка. Брат грузин, давай. Лена, получится крупным планом снять? Сейчас попробуем. Это не утомил, это тот самый, который все-таки настигнет Лешко и сделает... По-любому! Я твой рот ебал, Лешко! Я тебя, блядь, буду полностью пердолить! Дай маркер! Изучай! Изучай картинку, блядь! Лешко, чтобы видно было все. Всем я приду... Тебе? Ты жена моя! Тебе? Ай, булки не поручается навести, бля. Ты жена моя. Ну ты знаешь, могут подумать что-нибудь нехорошее. Моего тихо, читай дальше. А. Это собака Дик. Что, маркера нет? За 7 лет Дик еще ни с кем не был. Поэтому он снимет девственность с тобой, Лешко. Поверь мне! Я поясняю, о чем идет речь. Речь идет о том, что организации, которые защищают зоофилов и права животных, могут успокоиться. Собачку никто не обижает. Ни в коем случае. Только доставляем удовольствие животным. Все. Аккуратно, уж. Так, я тебе сначала покажу, куда. Сейчас снайпер будет помогать. Вот так вот пролегает. Да, да, только к желтому сейчас смотришь, видимо, вот наше желтое здание. Да. Вот. А то вот так вот идет. Вот. Понял. Угол. Может сначала его отвлечь, а потом я стрелю. Что? Уши! Ответка, да? А? Ответ. Нет, ты наши там кошмарик. Чего там? Саид всегда спокойный. Да, чудо. Давай! Саид! Есть, умница! О, это уже въебано! Из Кутаиса! Привет, утро! Еще один есть! Вот! Все, забито! Огонь! Брат червонец, давай! Сделай укропа! Стреляй! Выстрел! Оп! Брат червонец, ну прокомментируй ситуацию в аэропорту. Ждают всю планету. То есть, если сейчас люди не начнут понимать, что происходит, это будет ждать всю планету. И отсидеться, вы же понимаете, земля не в форме чемодана, она не квадратная, за угол не забегишь, не спрячешься, она круглая. Это вас всех ожидает. Там, неважно, там, ну, Западную Украину, Европу, Америку, вам, ну, это все, это будет везде. Вот это вот. Вот это вот, посмотри, вот это Киев будущий. Вот это будущий Киев. Ну это мы знаем, вот, да. Это мы каждый раз им показываем. Будущий Крыжополь, Термополь, Львив. Ага. Где он? Вот там на девятке или где он? Вот вам будущая Украина, и червонец совершенно прав. Вот там сидят укропчики, они получили свое.
Хочу обратить внимание на то, что когда покидают, значит, укрып. Когда мы у них отбиваем здание. Да, да, да. Посмотрите, что просто с ними происходит, да? То есть вы хотите этого дальше? Задумайтесь просто. Вот мы сейчас стоим, вот 500 метров буквально. Вот, тут они находятся. Сейчас они туда не вылазят, потому что был произведен буквально час назад шквальный огонь по их там всем позициям. И они там сейчас сидят внизу в подвалах, шарятся. Ну а так как они были здесь, это буквально было там вчера, позавчера, вот, ну, вот сюда, пожалуйста, камеру направьте. Вот так, чтобы, ну, то есть, вот вы хотите, я еще раз задаю всем украинцам, всем сведомым, вы хотите, чтобы вот это было в Киеве, во Львове, да и в Варшаве, в Германии, в Швеции. Вы понимаете, что это будет, это ждет всю планету. И это будет до Пентагона, поверьте, я дойду. У меня в целях и задачах до Пентагона. И посмотрите, я буду с этого Пентагона вот так вот вам буду показывать их территорию.
Крепостка летит? Нет. Это наша башня? Да, нет, не наша. Брат, как твой позывной? Спирик. Гиги. А? Из... Пятнашка Абхаза. Понял. У тебя есть? Есть. Да. Не, не. У меня семь. А, у тебя семь. Давайте, постольник есть? Да, есть. Ну, давай сейчас постол. Стоять! Только я оглушен совсем. Наш друг. Работаем! Зашевелилась вражеская бронетехника. Работает танк Новороссии. Он работает хорошо, он свое дело знает. Танк поползает, и мы надеемся. Русские не сдаются! Комарик! Ломыщик. Позицию отработаем с ПТРД. Это по нам, что ли? Да, может, мина здесь рядышком.
этому терминалу. Молодец, 113. Аэропорт. Русские не сдаются. На этом месте был убит наш мальчик-снайпер Щегол, и два наших бойца были тяжело ранены. Я не стал это снимать, я выключил камеру. Почему? Потому что вот их кровь. Один 200-й, два тяжелых 300-х. Царствие небесное, Щегол. Он был доброволец из Великого Новгорода. Тяжелый разговор, да? С Дальнего Востока. Третий мальчик наш. Вот, из Новороссии. Постоянно мне пишут и спрашивают, где видосы, где видосы. Выкладывай побольше новых видосов. Я представил себе, вот будут смотреть на то, как мучаются, кричат от страшной боли наши раненые. Будут смотреть на труп бойца моего тезки Гены, Щегла, снайпера. С извилинами, премонитуринами, уроды. И смаковать все это. Вот он терминальчик, по которому мы работаем. Пошли. Где что, кто? Лишних не надо. Пошли, лишних. Окна. Пошли отсюда. Суетит. Мы сейчас это спугнем. Нашел, снимай, за что? Сука, кусты, видимо. РПГшник будет работать? Будет, будет, но не сейчас, потому что у движения своих, походу. Тише, не туда, ебашь. Так работает наш снайпер-турист. Ух, кто это такие? Два танки, больше их не значит, нету. По этому переходику бегали со старого в новый терминал. Уже не бегают. Давай, давай, брат. Короткими по терминалу. Ох, блядь, моща, да? Зенитный вариант! Скала, улыбнись в камеру! Все хорошее. Все хорошее. Посмотрим.
Смотри, наших не зацепи. Так, обрабатываем старый терминал. Я помогаю своим, мы закрываем свои. Хорошо, молодец. Перекинул. Одиночными давай. Слышь. Давай сюда внутрь. Натекай руки, я не вижу, он лезет. АГС сажаем, переносим. Не попал. Он не попал. Едем. Уйдет с огня. Иди сюда. Что сейчас происходит? Кошмарим. Забьем, возьмем его, возьмем. Зацепились на новом терминале, продвигаемся понемножку дальше. Да. Огневая поддержка наша. Да, возьмем терминал, блин, им деваться, добьем, додаем. Все, спасибо, брат. Давай, родимая!
Все, стоп, сейчас наши пойдут. Вернулся, будет мстить за всех ребят, которые их здесь обидели, тронули. Вот. Я вернулся с новыми силами, с БК. Вот. Я этот флаг повешу на самом терминале. А вы, уроды, будете смотреть, как я это делаю. Смотря на коленях и плакая, то что вы проиграли. Вы воюете против детей, твари. Так, ребята, вот это наш гном. Он очень любит пластид, запомните. Да, я люблю взрывать. Я не представляю, да, все его давно знают. Бойтесь меня. Брат, а он со мной пластидом поделился еще. Брат спрятался. Брат, как тебя зовут? Мазал. Как? Мазал. Ты наш? Моторолский. Кто еще Моторолский? Как это? Я. А, топорище, дружище. А СПГ-9 будет работать, да. Брат, СПГ-9 Узбекистана рулит. Брат, топор, который рубит из СПГ-педерастов. Вот так, брат. Кошмарят нашу поездку. Лев. Как? Лев. Это наш новый. Откуда ты, брат? С России. Так, кто у нас еще Моторолец? О, малыш, тоже с России. Так. Чапай, с Киев. Кто еще есть? Моторолоцы больше нет? Все старые остались, брат. Дядя Федор пока прячется, мы его прибережем на потом. Идет бетонка, а потом скат, как местные говорили. И он за этим скатиком прячется, вот так туда-сюда катается. То бишь отсюда его будет видно, когда он упадет. Его ебнут нахуй отсюда, блядь. Наши гаубицы поработали по старому терминалу. Видно, к сожалению, плохо. Ген, снимаешь? Да. Взрывается склад боеприпасов украинской армии, которая находилась на территории Донецкого аэропорта. Простите, друзья, за плохое качество съемки, но камеры лучше у корреспондента Моторолы нет. Многие обещают, но никто пока не присылает. Вот в паузах между боями брат мой матрос рассказывает о самом заветном своем желании. Расскажи, пожалуйста, остальным. Закончим войну. Победим, не закончим, а победим. Выгоним укров с нашей земли. Я займусь тем, о чем давно мечтал. Мечтал найти столицу половецкой орды Шаруканидов. По моим прикидкам, она находится где-то в районе Славянска. Вот это моя мечта. Работать в краеведческом музее каким-нибудь хранителем, смотрителем. И посещать
посвящать свое время изучению родного края. Ведь наш край, по сути дела, это родина ариев. Они здесь жили 2-3 тысячи лет назад. Они сюда пришли 5 тысяч лет назад. И мы потомки ариев, вот этих вот. Я сторонник автохонтной теории Нидерле о расселении человека, считаю, мы на этой земле так и живем. Немного отходили, потом... А основная загадка, допустим, археологическая, где же находилась эта столица Шуруканидов? Еще хочу разобраться, меня очень интересует Салтово-Майевская археологическая культура, которая была, существовала на территории Харьковской Донецкой области, в пойме реки Северский Донец. Я не считаю, что это был русский каганат, как Глазьева, там, или как забыл фамилию женщины, которая написала целую книгу, что это столица русского каганата. Нет, жили потомки аланов, потомки булгар в симбиозе в каком-то определенном. Были анты там, прославяне. Или, ну, как считают некоторые, ославянины и скифы. Вот это и было. Гена снимает срач, в котором это все говорится. Ему нравятся контрасты, блин. Ты еще дучку ту сними, куда мы ходим, где когда нет воды. А еще я стреляю с пулемета и вышиваю крестиком. Донецк. Штурм аэропорта, вот панорама вокруг. Постоянные обстрелы, все задымлено. Подразделение легендарного мотора. Сказали, что ты все подпилил. Мы вблизи нового терминала. Вот наши ребятки. Нет, РГД. РГДшки где-то здесь, ищите коробку. Я не знаю, куда. Гном чем-то вот. Нет, он недоволен и рушится. Наши стрельбы. Пидоры охренели, блядь. Вообще, сука, нюх потеряли. Матор спокоен, как всегда. А где гранаты? В каком ящике? Какой он? Вон, ищите ящик. Вон, да, блядь, я все пересмотрел уже. А я не знаю. Кто грузил, разгружал? Может, куда-то ушел? Говорили, что... Может, там пацанам отправили. Слышь, что он сидел? Бред. Ну, матрос, пидоры. Ничего, сходим поработаем? Я полез на второй. Аэропорт. Картинка с каждым днем все веселее и веселее. Внушительнее и внушительнее. Филипп Дик и прочие братья Стругацкие отдыхают. Серж, ты сам здесь или есть замена? Да я сам скажу. Сходи чайку попей. По бордолину.
Выстрелите. Наши снайпера наблюдают. Отслеживают. Движение так есть. Что там? Что-то значит мелькнуло. Посмотрим. По стенке сейчас ударит. Куда? Похуй, там не видно было, да? Движение. Че, мелькают они еще? Движение в левом нижнем окне, блядь. На эстакаде бью. Так, вот все, что осталось. Наши слева закрепились. Здесь пока ничейная территория. Они уходят в подвал, и наши снайперы не дают им высунуться. Хуй знает, ну ты видишь, пустое здание, они уже не отбавлены. Зона. А мы сталкера. Вот наш молодец снайпер. Придал подразделение Моторолла. Брат, как твой позывной-то? Ночь. Ночь? Есть. Так, группа пошла. Такая вот картинка. Наши. Поздравляю. Они что, уехали уже, да? А следующая группа когда? Не знаю. Брат Карел? Вот да. Это не Карел, викинг. Ты же викинг? Да. Брат, представься. Серебро. Серебро. Вот смотри, за пулемет. Ой, дед, здравствуй, братишка. Как ты? Нормально. Ну давай поработаем. Давай без проблем. Поработаем, конечно. Оу-оу-оу-оу! Выходи, Гена. Гена. Там снайпер хуярит, блядь. Вот такие вот дела. Вот так. Давай, Калёв, ебани разок, блин. Там танчик ходит, короче. Танчик ходит, снайперы сидят. Да. А. Сейчас смотрю, громко будет. Противотанковое ружье Дегтярева. Знаем, знаем. Давай, брат Карел, пошли им привет от Новороссии. Аллах Акбар! Христос воскрес! Рот! Поехали! Осечка! Бывает, вырежем. Патроны 43-го года. Все как на Семеновке. А у них-то уровень уже другой. Ох, хорошо сделал. Красиво, да? Вот он, наш брат Карел. Молодец. Так. Ну,
хорошо. Вот там сидят снайперы, выходит периодически танк. Наш парень из ПТУРа вот их обрабатывает, а дед гоняет снайперов. Вот такая вот здесь картинка. Все, стрельными пушками открыто. О, идет брат на позицию. Да, мы несем БК. Так, брат Карил. Вот такой вот место действия. Чех, что происходит-то? Время от времени танк выползает, да, и снайперы работают, да? Снайперы работают, что? Танк выползает. Нам не страшно, мы не боимся. Воюем, бомбим их потихонечку. Ты знаешь, с кем воюешь? Там супер против наемники и кировоградский спецназ. Против простых ополченцев. Слышали? Знаем. А мы простые работяги, которые защищаем свою землю, свой родной дом. Покажи шеврончик. Ребята, вот за что мы воюем. За Новороссию. Поняли? Так что можете гнать тысячи тысяч спецназа и покупать сколько угодно наемников, пока здесь брат Чех вам не пройти. Ты откуда? Обязательно. Я говорю, ты откуда? Я с Мариуполя. Ребята, этот город еще нам предстоит освободить, так что ждите. Спасибо, брат Чех. Война войной, а чей по расписанию? Мы от Гиви. Я знаю, братья, мы Сомали, с моим Соловой. Сомали. Кто сомалийцев звал? Кто звал пиратов, блядь? Дайте чай. А? Без чая на войне никак. А есть по карманам чай? Без спирта тоже. Но спирт не дают. Так. Чай есть, кофе нет. А это чей чай? Откуда? А ну стой, стой, тикай. Давай, сейчас. Да, я тоже жую.
Давай, дожевывай. Люди понимают, боевые условия, что ты не в ресторане? На РПГ-7 наматываем на морковке, дополнительно на пластид. И подарочек укропам пидорасам. Сейчас вы увидите. Пускай этот встречают. О! А, это наш домотаем брат и пульнем. Проверим, как оно ёбнет. Так, уточню. Брат Серж в данный момент командир группы, которая находится на передовой позиции в аэропорту города Донецка. А вот это им подарочек. О. Пидорасам. О, посмотрите, сколько это в тротиловом эквиваленте? Умножить на 7. Умножить на 7. 12 килограмм умножаем килограмм, на 7. 12-13. Умножить на 7. 12 килограмм умножить на 7. Это сколько будет? Это брат чех наш. Это будет хорошо. Это будет вот килограмма. Брат, представься, тебе еще не знают, наверное. Лихач позывной мой. Это наш хороший боец. Я фото его выкладывал, а видео пока еще не было. Ну, попозже выложу, сейчас пойдем кошмарить их. Ага. Сади, сними, как они нам передок раздолбали из танчика. Пойдем посмотрим. А, пропустите. Заебись. Прям поровну поделил. А, брат, пропусти. Где там? Блин, только осторожнее, здесь танчик бьет напрямую. Присядь, присядь. Вот это все разнес танчик. Прямым выстрелом. И не одним. Он сюда долбит все время. Выезжает укропчик и работает по полной программе, прямо на наших бойцов. И тем не менее, всякий раз они возвращаются на место и встречают тех, кто хочет их уничтожить. Аэропорт. Пейзаж во время битвы. Так, все, давайте здесь постоим. Я поснимаю. Аэропорт.
разрушена Украина. Сталкер зона. Иду. Матросу быка принесли, подождет. Сейчас я доснимаю. Вот такими штучками. Вот тыканы все вокруг. Полное, глянь. Да знаю, я знаю, мы проходили. В жопах торчит. Вот, смотри. Посмотри направо. Еще одна. Направо снимай, глянь. Да вижу я, знаю, проходил здесь. Сейчас он так выглядит. Брат, что мешает нам взять аэропорт? Нам? Да ничего не мешает, скоро возьмем. Политика мешает. Чай пьем и уходим, да? Ну да, пацаны приезжают, ездят, куда? Сталкеры вышли из зоны и скоро туда вернутся. Аэропорт, выгоняем укропитеков. Вот здесь на данной конкретной позиции что происходит? Короче, на данной конкретной позиции что происходит? И потом, когда уже все сделали, обрабатываем танки, БТРы, ну и пехоту. Вот. Работаем РПГ, РПК пулеметами. И оттуда, и здесь, получал до хера. Противотанковыми ружьями, шмелями. Вот. Завтра, наверное, будем уже поставим туры. Будем добивать противника. Завтра будет штурм. Пойдем вперед. Противник сильно укрепился, но нас это не остановит. Так что всем привет. Это наш брат Карел. Так, ну точку зрения матроса мы знаем. Встаньте с другой стороны, Светка. Вот товарищ пусть выскажется, что он по этому поводу. Да. Это батальон Гиви, сомалийцы, наши боевые товарищи. Вместе воевали в Иловайске. Да, молодцы, ребята хорошо воюют. Да. Самолетним словом. Это шутка у нас такая. Не подумайте, что ребята не те. Ребята те. Это группа Гиви, они молодцы все. Матрос, ну что здесь? Обстановочка как, на твой взгляд? Ну что, прикажут, будем штурмовать. Хотя, конечно, лучше найти креативное решение. Приказы не обсуждаются, выполняются. Мы же как люди военные теперь. Я тоже так уже думаю. Уже шестой месяц, кстати, пошел, как люди военные, блин. Поэтому будем воевать.
Вот брат матрос. Они достали. Брат Карел. Все собираются воевать. С кем бы то ни было. Будь то натовские наемники, будь то вся черная рать планеты вместе взятая. Да. Там их в проходе, Гена, лежит уже куча, бля. Трупиков? Да. Ну, у нас с некоторых пор такое негласная установка, трупы не показывать, ни наши, ни их. Это последний раз показали, в прошлом ролике их хватит. Потому... Ну, если они их не утащили, в черной форме все, кстати. Да? Там говорят, что вышка, блядь, стоит танк, это правда? Я не вижу танк. Ну, слышу его взрыв. Я тебя понял. Далеко, да, я не вижу, блядь.